Наш фестиваль – это праздник здорового образа жизни, праздник людей, умеющих побеждать. Я хочу в Ростове ребятам сказать спасибо за то, что вы любите студенческий спорт. Студенческий спорт остается такой возможностью, площадкой, где можно пообщаться. В будущем, я думаю, мы придумаем много хороших форматов всероссийских соревнований, которые будут проходить на базе вузов Ростовской области.